Синцями на обличчі і зіпсованим настроєм обернулося повернення додому для дизайнера ТРК «Луч». Ігор прямував з роботи звичною тропою і навіть не підозрював, що в парку мікрорайонів на нього чекає неприємний сюрприз. Троє злочинців напали в темному місці без свідків. Це десь було около 8 часов, виходить. Шел со стороны Парижа, прошелся мимо танка, получается. Там было трое молодых людей. Ну, как-то я так глянул, типа, ну, стоят и стоят. То есть дошел до этой тропинки, то есть решил срезать. И то есть один то есть, подбежал из них, ну, пытался типа, закурить, спросить. Схватил, ну, пытался, начал пытаться повалить меня. В общем, пока мы сопротивлялись, другие там остальные подбежали, ну, попытались бить. Что они требовали? Ну, телефон, деньги, все, все, что есть. Завершити справу злодіям завадили випадкові перехожі. Однак вимагачі все ж встигли нажитися. Скорее всего, то, что увидели, кто-то идет, наверное, и как бы разбежались, один только остался. После всего я попытался, ну, обратиться в милицию по номеру 102, но трубку не брали, поэтому как бы без ответа, без привета. Пограбування перехожих в Красному Лучі не рідкість, кажуть в міліції. Більшість нападів стаються в темний час доби на безлюдних вулицях. В наступившому 2014 году подобных фактов обращения граждан Краснолуцких городил у нас зафиксировано не было, к счастью. Но данные случаи, подобные случаи имели место в 2013 году неоднократно. Вот. Очень часто места совершения данных преступлений – это парковая зона «Микро-3», район кафе «Калибри», неосвещенные участки территории, которые там находятся. Растительность, все это создает условия для совершения грабежей, завладения мобильными телефонами, денежными средствами граждан. Хотелось бы отметить то, что были праздничные дни новогодние. У нас руководством были приняты меры, дабы обезопасить граждан. Были у нас созданы дополнительные патрулирования за счет сотрудников городдела, которые в счет личного времени несли службу по охране общественного порядка, дабы предупредить данные грабежи. И поэтому у нас постоянно это вопрос на контроле. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, подібні правопорушення кваліфікуються як тяжкі. Злочинцям світить покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 років. Стаття 106 Уголовного кодексу предусматривает лишение свободы в зависимости там, от условий совершения там, предмета посягательства от 2 до 5 лет лишения свободы. Правоохоронці закликають городян бути більш обачними, оминати темні безлюдні місця. Якщо ж уникнути долі жертви грабіжників не вдалося, якомога швидше звертатися до міліції. Якщо 102 не відповів, телефонуйте за номерами 20227 або ж 050-32-68-047. Катерина Севастьянова, Ігор Мухін. Новини. Телекомпанія «Луч».